Московити дуже люблять гордіться своїми мальчиками. З приводу і без приводу пишуть: «Родина вас не забуде, ми вас любимо, ми вас ждемо». Але в мережі з'явилося відео, як в Москві пам'ятають своїх героїв. Відео, як знищують кладовище ванерівців. І дійсно. Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, вот где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин, это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут с землей сосравняли, все могилы, блин. Вы что творите-то вообще, что ли, блядь, ни бога, ничего не боитесь, блядь? Вот здесь вот все кресты ребят, которые погибли. Вот, 23-й год, обратите внимание. Вот, ребята, вот 23-й год. Вот, все здесь вот сложено, венки вагнеровские, все в кучу свалили. Вот. А вот здесь вот, где они работают, вот где вот раскатан, вот здесь вот были сами могилы вагнеровцев. Вот они были вдоль. Николаевское кладбище. Здесь непонятно, что происходит. Все венки, кресты взяли, собрали. Здесь непонятно, что делают. Вот здесь были могилы, вот здесь сейчас вот щебень лежит. Вот здесь лежали могилы, потому что вот там Пригожин открывал обелиск. И действительно, родина вас не забудет. И смерть Евгена Пригожина тому доказ. С тем же ведь московити.